Это совершенно уникальные апартаменты. Подобного еще и в центре города вы не найдете никогда, поверьте. Посмотрите сами. Говорят, что раньше в этой квартире жил некий художник. В общем, подробностей я не знаю, но, по-видимому, он сошел с ума. Потому что говорят, что он даже пытался здесь все сжечь дотла. После этого квартиру забрал банк, был проведен капитальный ремонт по всем современным параметрам, и от прежних владельцев не осталось ни следа. Оставьте меня одну, минут на 10. Хорошо, как скажете, я буду ждать за дверью. Мне нравится это помещение. Я его покупаю. Замечательно.
Замечательно.